Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия». Сегодня в программе. Продолжаются рабочие поездки главы Карачаево-Черкесии по муниципальным образованиям. Сегодня Рашид Темрезов побывал в Прикубанском районе. Сегодня в Карачаево-Черкесии запустили службу социального такси в пилотном режиме. Кто имеет право на получение данной услуги? Репортаж «Вестей». Человек своего дела исключительно творческий, с широким мировоззрением. В Центре одаренных детей прошла выставка Кошали Зарманбетова. Кто купит счастливый билет, тот будет участвовать в увлекательном путешествии. Кисловодский цирк приглашает посмотреть интересную программу. Сегодня глава Карачаево-Черкесии посетил с рабочей поездкой Прикубанский район республики. Рашид Темрезов оценил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Чапаевском, встретился с жителями района, провел двустороннюю встречу с руководителем муниципального образования. Подробности у Артура Мхце. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Чапаевском площадью около 2500 квадратных метров вышло на финишную прямую. По словам подрядчиков, работы по возведению спортивного сооружения в Прикубанском районе выполнены на 90%. Осталось провести некоторые коммуникации и добавить косметики. После сдачи объекта в эксплуатацию есть уверенность, что эти помещения пустовать точно не будут. Я думаю, будут люди радоваться такому объекту. Все, вот я сам Саула, и все мечтают, чтобы у них были вот такие спортзалы, вот это все. Вот все удобства для людей, это все делается. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов начал рабочую поездку по Прикубанскому району именно с этого спортивного объекта. Сдача комплекса планируется в середине лета. К тому времени должны быть учтены и качественно выполнены все проектные задумки. Руководитель региона обошел здание, осмотрел места для будущих занятий различными видами спорта, дал некоторые рекомендации строителям, чтобы к их работе потом не было никаких нареканий. Предполагается, что здесь можно будет заниматься игровыми и индивидуальными дисциплинами, а также повышением общей физической подготовки с помощью тренажеров. Это один из трех таких крупных объектов. Один из них располагается в Верхней Шахаре, другой в Рубском районе. Вот а это третий здесь, в Прикубанском, поселке Чапаевске. Стоит ли нам ждать еще подобных объектов в целом по развитию массового? Конечно, у нас планируется ряд крупных и менее крупных объектов, да, на территории. В этом году только у нас планируется к вводу всего 15 объектов. Глава региона также дал поручение в следующем году приступить к капитальному ремонту школы в Чапаевском на 700 мест, которая находится недалеко от нового спорткомплекса. Чуть позже Рашид Темрезов провел прием граждан в здании районной администрации. По большинству вопросов людям была необходима оперативная помощь. Установка пандуса в частном домовладении и специализированное питание для ребенка, завершение работ по вводу газа, получение субсидий для многодетной семьи, поиск решения проблемы с пропавшей крышей, создание детской игровой территории. По всем вопросам членам правительства были даны соответствующие рекомендации. Великий строитель взял, там что-то разобрал, решил отремонтировать, я так понимаю, ну, управляющая компания, которая там была. Их находите, сейчас сезон дождей, осень сезон. Решение быстро мне предлагать и давайте оперативно решать. Там просто с каждым годом... Оперативно решать, я имею в виду, это решить в этом, этим летом. С каждым годом сейчас, я все это прекрасно понимаю, что когда крыша течет, это и стены, и сырость, и дети, это, ну, конечно, надо делать. Чуть позже глава республики провел двухстороннюю встречу с руководителем Прикубанского района Ахматом Семеновым, в ходе которой обсудил важные вопросы, от которых зависит комфорт и благополучие жителей, социально-экономическое развитие всего района. Рабочая поездка завершилась совещанием по теме прогнозируемого сбора урожая сельхозпроизводителей, а также об оказании им поддержки в связи с периодами подтопления. Артур Мхце, Алибастанов, «Вести Карачаево-Черкесия», Прикубанский район. Сегодня в Черкесске социальное такси впервые начинает свою работу. Этот сервис не похож на привычные услуги перевозок. Такси создано для перевозки маломобильных граждан. Что нужно знать, чтобы воспользоваться данной услугой, узнавала Дарья Тендит.
Государство уделяет особенное внимание обеспечению материальными и социальными благами недееспособных граждан. Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут оформить заказ социального такси. Транспорт можно заказать не при любой надобности, а только при высокой необходимости в нем. Среди пассажиров социального такси – пожилые люди, инвалиды, больные дети, ветераны, малоимущие. Автомобиль адаптирован под нужды людей с ограниченными возможностями. Сегодня по поручению президента Российской Федерации запускаем службу социальной такси в пилотном режиме. Считаем, что социальное такси станет очередной серьезной поддержкой для самых незащищенных групп населения нашей республики. Транспортные средства имеют опознавательные знаки, эмблему голубого цвета и контактный телефон диспетчерской службы. Воспользоваться социальным такси может определенная категория льготников и только два раза в месяц. Проезд для инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов будет бесплатным. Для другой категории социально нуждающихся стоимость существенно ниже, чем обычно. Предоставляется данная услуга в случае высокой социальной необходимости. Заявку нужно оформить за несколько дней до предполагаемой поездки. Социальные службы строго контролируют запрос на этапе рассмотрения. Работа диспетчерской службы у нас номера телефонов на самом такси, можно обращаться в любое время в виде заявок. Работа такси, она будет рассчитана по заявкам. Формируются заявки, и уже в течение следующего дня человек получает услуги. Социальное такси сегодня очень востребовано. Городские власти собираются в ближайшее время приобрести еще не один такой автомобиль. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды на завтра, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильный, с градом и шквалом до 23 метров в секунду. Ветер западный 6-11, температура ночью 11-16, а в горах до плюс 10, а днем 20-25 градусов тепла и местами до плюс 17. В Черкесске кратковременный дождь и гроза, ветер западный 6-11, температура ночью 14-16, а днем 23-25 градусов тепла. Более 300 верующих Карачаево-Черкесии отправились в Саудовскую Аравию, в город Мекку, чтобы совершить хадж. В мечети Аль-Харам находится главная святыня ислама – священная Кааба. Хадж – пятый столб ислама, его должен совершить раз в жизни каждый мусульманин, имеющий для этого силы и средства. Причем деньги на поездку должны быть заработаны исключительно честным путем. В соответствии с религиозными предписаниями совершение хаджа займет у верующих 20-25 дней. Один из главных мусульманских праздников Курман-Байрам верующие встретят на Святой Земле. Паломники участвуют в религиозных обрядах, просят Всевышнего о прощении грехов, ниспослании мира и здравия. В Черкесске в Центре для развития одаренных детей «Спутник» состоялась выставка графических работ талантливого художника Кушали Зарманбетова. На этот раз она была посвящена великому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Художник является большим поклонником творчества писателя и рассказал нашей съемочной группе об экспозиции. Альбина Курачинова-Кенджева подробнее. У заслуженного художника республики Кушали Зарманбетова много наград и регалий, но сам он по натуре очень скромный человек. Для него счастье родиться в один день с великим Александром Сергеевичем Пушкиным. Поэтому художник ежегодно организовывает выставку в честь Пушкина. Экспозицию «Золотой кочевник» открыла графическая работа в исполнении Зарманбетова. Питер, где я учился, объединил там город, детское село, в котором он жил. Вообще, я когда мальчиком был, интересен историей. Поэтому там же обучился, многое увидел. Поэтому выставка, в общем, называется «Везде, где я бываю, зарубежно везде» одним названием – «Золотой кочевник». Почему? Первые три буквы моей фамилии «Зар» означает «золотой».
Первые три буквы моего имени Кош означает «кочевник». Кушали Зарманбетов делится, что стал фанатом творчества Пушкина с самого детства, и именно оно стало отправной точкой к миру прекрасного. Эти работы в основном все новые, потому что у меня были больших размеров, какие-то уменьшил, но я не люблю повторять. Если даже я делаю силуэтом одинаково, где-то что-то добавляю, где-то обрамления какие-то больше поставил там, где народу, потому что в других странах интересуются, потому что это наша история, наш фольклор. Поэтому мне интересна работа, почему графика, потому что много удобств, средств не надо. На мероприятии присутствовали поклонники творчества известного художника. Студенты и учащиеся все в один голос говорили, как это здорово прикоснуться к творчеству Зарманбетова. Казбек Бастанов, скульптор, ученик Кошали, вспоминает своего наставника как человека своего дела, исключительно творческого и требовательного. Он нас вел пару целых 6 лет. И, ну, о нем могу я рассказать только все хорошее. Там он профессионал своего дела. Всегда заставлял нас, чтобы мы работали там трижды, там он сверху добавлял там работу, чтобы мы пахали. Один из самых лучших преподавателей, которых я знаю, он все отлично показывает, объясняет, он не строгий, дает какие-то очень полезные советы. Выставка продлится еще несколько дней, ну а талантливый художник уже рисует в голове образы, формы и решения для новых работ. Альбина Курачинова-Кенжева, Светлана Кокова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Приключения итальянцев в России, а именно нешуточные итальянские страсти, кипят под куполом Кисловодского цирка. Всемирно известная итальянская династия Тони представляет шоу-программу «Счастливый билет». Об увлекательном путешествии расскажет Светлана Шаганова. Мой старый цирк, моя любовь, мой старый цирк, бульвар Цветной. Слова великого артиста Юрия Никулина. Конечно, мы не на Цветном, а на Кисловодском бульваре. Место встречи – Кисловодский цирк, которому 50 лет. И всех радушно встречает вот такой чудесный слон и дарит всем свой счастливый билет. У каждого зрителя в руках счастливый билет, и все мы отправляемся в удивительное путешествие, каждый за своей мечтой. И вот мы попали в святую святых цирка, за кулисы. Так, и кто же здесь находится? Вот они, наши красавицы, две слонихи, которые приехали к нам из Индии. Так, вот так они нас приветствуют. Привет, привет! Скоро их выход на сцену. И вот нас радушно встречают обаятельные артистки – индийские слонихи Рани и Карла. И кто скажет, что эти милашки неуклюжие? Наоборот, они точно выполняют команду наставников и улыбаются публике. Животные, которые весят более 3 тонн, кружатся в вальсе. И делают стойку на передних ногах. Давио Тони признается, что вырос вместе со слонихами, потому что в их семье с ними работают более 40 лет. Еще один зрелищный аттракцион – дрессированные тигры. 6 хищников четко выполняют команды. Среди полосатых артистов возник роман. И теперь Ромео и Джульетта – семья. Хотя они и хищники, но предпочитают итальянские блюда. Анимали пьяче мольто ла паста и спагетти. Животным очень нравятся спагетти и вообще вся паста. И questo li rende molto più docili. Это делает их гораздо более управляемыми. Здесь вы окунетесь и в захватывающий мир иллюзий. И зритель не может найти объяснения, как. И в глазах впечатления и удивления. Потому что цирк – это волшебство. И все мы участники этого действа. А этот номер настраивает зрителей на лирический лад и переносит во времена балов и дуэлей. Эквилибристы на першах выполняют сложные трюки на огромной высоте. Здесь не только бравые гусары, но и хрупкая барышня. И такие трюки на сегодняшний день не исполняет никто. Это перелет с перша на перш. Аналогов сегодня нету. Это двойной баланс, когда вот 3 человека. Один стоит перш, потом еще человек стоит перш, и еще человек там стойку делает. Ну и, в принципе, все трюки, да. Появление флага российского, если вы заметили, это чисто наша вот патриотическая такая вот история. На манеже сафари-шоу под руководством Ивана де Форша.
Животные были собраны с 5 континентов. Покорил публику и силач Фахриддин Ахназаров. Самый сильный человек Азии и России. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Он ладонью забивает гвоздь в доску. С помощью зубов сдвигает с места автомобиль. И потом он его переезжает. Благодарность артистам, конечно, овации. А их на премьере было предостаточно. Все же аншлаг. Сказочное цирковое шоу, которое объединяет страны и континенты, не заканчивается. Счастливый билет ждет вас до 9 июля. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия из Кисловодска. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Валюша». Всего доброго. До встречи.